Здравствуйте, я тренер-косметолог компании Гильтек, зовут меня Новомлинова Эльвира Викторовна, и сегодня я расскажу вам о весеннем уходе за кожей лица. Как правило, зимние средства по уходу за кожей более плотные и предназначены больше для защиты от внешних повреждений, от холода, от перепада температур и от ветра. А весенний уход должен быть богат антиоксидантами, а также включать в себя средства с SPF-защитой. Весной происходит смена не только погодных условий, но также организм полностью истощается, в нем становится меньше витаминов и минералов. Но и также это связано с так называемыми циркадными ритмами, когда день у нас удлиняется, а ночи становятся короткими. И для того, чтобы клетки правильно делились, для них нужны как раз-таки антиоксиданты, которые содержатся в наших средствах. Важно подобрать средства по своему типу кожи. Это очищение, конечно же, например, с витамином С, богато антиоксидантами, микроэлементами, мягко очищает кожу. Это наш универсальный очищающий гель, который содержит кокогликозиды, мягко очищает кожу и не оставляет чувства стянутости, что тоже очень важно, не повреждает водно-липидный баланс кожи. И теперь перейдем к сывороткам антиоксидантным. Самая главная сыворотка, я считаю, богата антиоксидантами, это сыворотка C-Energy, которая содержит две формы витамина С, дигидрокверцетин, также содержит в большом количестве ниацинамид и является не только антиоксидантным средством, но и обладает мощным вазопротективным действием, то есть успокаивает сосуды. Также в весенний уход прекрасно подойдут сыворотки с гиалуроновой кислотой и с витаминами. Например, такая сыворотка, как Stop Time 25, содержит и витамины, и гиалуроновую кислоту. Сыворотка 3D увлажнения имеет в составе три вида гиалуроновой кислоты и работает как увлажняющий компресс в течение дня. Сыворотка ProBioSkin восстанавливает микробиоту кожи за счет того, что в состав входят лизаты бактерий, и подойдет, в общем-то, для любого типа кожи, особенно для жирной, комбинированной кожи, но также для проблемной кожи. Крем из линии The You Megapolis с SPF 10 содержит в составе лизаты бактерий и в течение дня будет работать еще как антиполютант, будет защищать кожу от негативных внешних воздействий, от смога, пыли. Крем Rich & Restore подойдет для сухой, поврежденной кожи, для кожи чувствительной и с возрастными изменениями, так как содержит комплекс пептидов, церамиды, масло ши и жожоба. Что важно отметить, это отдельно уход за глазами. У нас есть три средства, это сыворотка вокруг глаз, крем с церамидами вокруг глаз и гель вокруг глаз, который обладает легкой текстурой, содержит пептиды, экстракт петрушки. Этот гель, он очень легкий и убирает отечность вокруг глаз и делает взгляд свежим. И, как я уже говорила, дни становятся длиннее, степень инсоляции повышается, и поэтому нужно поговорить отдельно о солнцезащитной линии. Это крем Oil Free SPF 50. Он подойдет, в общем-то, и для весны, и для лета, для людей, у кого есть пигментация. И он подойдет и для жирной кожи, так как не создает такой непроницаемой пленки. Еще наш замечательный гель – это гель-праймер с SPF 30. Он прекрасно подойдет для людей с жирной, комбинированной кожей, с сухой кожей, для мужской кожи, потому что при нанесении он матирует кожу, не создает жирного блеска и также прекрасно защищает от солнца. Еще два замечательных крема – это CC-кремы с SPF-защитой 25 и с инкапсулированным пигментом. Первый более прозрачный, второй имеет чуть больше пигмента, но, в общем-то, с полупрозрачным покрытием и с прекрасной защитой от солнца.
Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Задавайте вопросы, пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Я желаю вам всего хорошего, прекрасной весны, всего доброго.